Очень недоволен результатом, но при этом, при всем, была неплохая равная игра. Где-то, наверное, в третьей, четвертой, пятой партии немножко хуже стали играть в атаке и перестали играть в защите. Поэтому и настолько просели. Ну, в четвертом сете вполне могли же, да, в свою сторону перевесить чашу. Немножко не хватило. Я опять говорю, сыграй на блоке чуть-чуть удачнее против Воронковой, против Щербань, которые сегодня сыграли великолепно, которым мы дали сыграть великолепно. Немножко сыграй удачнее, и, ну, да, счет бы был другой. Когда «Динамо» 2-0 повело, «Локомотив» что-то принципиально менял или нет в игре своей? Нет, мы третий сет сразу начали, что не забили 3 доигровки. Поэтому чуть-чуть и просели. Потеряли нить игры. Мы знали, что будет тяжелая игра, конечно. И очень жаль, что не могли выиграть, когда ввели 2-0. Но я надеюсь, что мы 30-го доведем серию до еще одной игры здесь, в Москве. В четвертом сете тоже хороший шанс был, да, победить 3-1? Да, есть. Ну, вот две классные команды, хороший уровень волейбола, они очень хорошо играют, мы тоже постарались. Вот в такие партии может все происходить, там может и один мяч решить все. Так получилось. И, ну, конечно, дальше была пятая партия, и там не справились как надо было.